Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Иду после работы на рыбалочку, половить рыбу. Как бы рыбка берет, надо пробовать ее ловить. Со мной верный спиннинг Nautilus T-Killer, экшн-камера и моя ходовая сумочка, друзья. Очень доволен ее покупкой. Довольно хорошая вещь, довольно удобно. Удобно особенно ходить в забродку, ходить по воде. Очень удобно ей пользоваться. И, в принципе, три коробки для воблеров спокойно влазят в нее. Плюс влазит термос. Силикона, наверное, пачек 15. Ну, то есть, хочу вам ее порекомендовать, так как сам убедился в ее удобстве. Купил вот такой вот летний маск-халат. Такой мягенький, хбшечка с вискозой. Очень приятно и довольно не жарко в нем. Вот, идем ловить рыбку. Ну, тут такое чувство, друзья, что сегодня по-любому что-нибудь словлю. Не знаю, хотя вода сильно падает, но чувство есть. Поэтому, если что-то словлю, конечно же, обязательно покажу. Пустые видео я стараюсь не выкладывать. Здесь вот такой вот у нас красивый парк за спиной. Сейчас переключу камеру и покажу вам само место. Здесь у нас парк Курган Бессмертия. Такое место красивое. Ну, сейчас, конечно, сильно зарастает. Кургана отсюда не видно. Ну, здесь стоят памятники воинам-освободителям. Там чуть дальше. Там за кустами у нас река Западная Двина. Слышно, как купаются люди. Там дальше Софийский собор. Достопримечательность нашего города. Памятник архитектуры. Сейчас вот будем проходить. Наверное, раньше была танцплощадка. 70-е, 80-е годы. Фонари здесь уже очень давно не горели. Довольно старый фонарь. И освещения, конечно, здесь не хватает. Ну вот, скорее всего, когда-то была танцплощадка. Все, теперь, друзья, включусь на рыбалке. Дойду до своего любимого места и начнем ловить рыбу. На веслах идут варяги, пока мы рыбку ловим. Может, сейчас после весел и рыбка поднимется наверх. Молодцы, придумали хорошее развлечение. С этой бы лодочки половить рыбку.
Есть. Главное, чтоб не сошла. Да, засеклась не сильно. Вот такая вот щучка. Уже вторая щучка на этот воблер. Воблер модокустом. Вот такой вот расцветки. Ну, от нуля ушел. Уже приятно. Такой вот воблерок. И вот такая щучка. Грамм на 400. Вот как засеклась. Било видно впереди. И позасекалась на все три тройничка, но не особо сильно. Время уже около 10 часов. Буду заканчивать рыбалку. Одну щучку сегодня словил. В принципе, нормально. Для городской черты, для места, где ходят множество спиннингистов, я считаю, это нормально. Отличился воблер модокустом сегодня. Словил все-таки он свою очередную щуку. Воблерок симпатичный. Мне очень понравился. Ну, на этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Побольше хороших поклевок незабываемых. И достойных трофеев. До новых встреч, друзья!